Чуть-чуть. Я побрали.
Thank you.
Вот. Ужасающий. Вот этого хотим. Получить минимальный уровень 14. Нам нужно силу прокачать до 14, и тогда, вероятнее всего, враги будут уклоняться от боя с вами. Те же, кто отважится драться, будут менее решительными. Вот. А все остальное не важно. Главное, мир, чтобы был во всем мире. Так, О, сила. Показать меньше. А вот сбор лекарственных трав, травничество. О, у нас уже 14. Ура. Больше. Вот что мы первым. Навык, который мы первый выбрали, это везде на ногах. Сбор трав также добавит опыт к вашей силе. Минимальный уровень 10. Мы прокачали травничество, собирая травы для 10, и выбрали первый навык, вот этот. А потом еще. Вот этот вот мы позже выбрали. Хотя минимальный уровень 1. Мы выбор берегли до 10. Навык травничества позволяет вам собрать большее количество трав за один раз. О, я так и знал. Почему он кучками собирает? Это значит, что вам будет проще и быстрее собирать лечебные травы. Новые очки умений становятся доступными на уровне 5, 10, 15, 20. У нас скоро будет очко умения. 15 уровень скоро будет. Ну ладно. Не совсем скоро, а только начали 14. А это пьянство. Эта девушка к нам пришла, чужая тетя, жена чужая, ночью с вином. И напоила нас несовершеннолетнего. Такой ужас. Мы потом в полицию пойдем, расскажем все о ней. О ее неблаговидном поведении. Я, видишь, не спалось. Хотелось поболтать. Ой, не видно ничего себе. Можно, конечно, экипироваться, параметры звука, управления, расширенные настройки графики, параметры графики. Так. Поле зрения 65. Гамма. Сдвиньте ползунок так, чтобы логотип был едва виден. Так, нам так больше нравится. Злость подтвердить. Да. Да, вроде бы все получше стало. О, совсем другое дело.
нужно прокачать так, чтобы не было мучительно за бесцельно прожитый год. Мучительно больно. Так прокачать. Так, что один раз ударил этого мироеда. О, девушка. Так. Спи. А, это мы встали, это мы сели. Это мы присели. Что-то девушку мы не можем обокрасть. Почему? Знаете для чего? Чтобы аисты здесь жили. Колесо положено, втыкнуто в кресло, чтобы аисты свили там гнездо, а в результате человека повесили. Кто-то здесь нехороший был, очень нехороший. Очень. Обобрать. Морковь хорошая. Что делать? Она же ему уже не понадобится. А вот это плохое. Плохое это что? Крендель. Крендельман. Факел 30. Сушеные грибы 50. Интересно, если факел плохой, то что он? Что он? Не загорится, я надеюсь, в штанах. Вот здесь где-то я встретил нашего друга. Мародера. Вот он там валяется на дорожке. Он здесь, как мы прямо, обирал трупы. Но мы ему помешали. Смутился так парень. Взял топор, чтобы подавить смущение, решил нас обезглавить. А у нас на этот счет были другие соображения, а именно категорическое несогласие жить без головы. Это неудобно. Крендели невозможно скушать вообще. С девушкой поговорить. Ой, еще бы немножко и на крышу забрался. Или это только так кажется? Украсть. Ой, как нехорошо. На что они нас толкают? Украсть. Ну и так трупы здесь. Здесь трупы. А что, собственно, украсть? Что украсть-то? Украсть. Ну ладно. Это украсть. Нет, это не украсть. Это намокло, и поэтому не подлежит украданию. Украдать надо сухое. А то тяжело нести. А вот это что? Это пугало. Правильно? Правильно? Правильно я говорил? Неизвестно. У нас в богемии так вот пугало выглядит. Да. А вот почему мы сами болтушничаем вместо
диалогов действующих лиц и, например, музыки, потому что задолбали авторские права. Каждая сволочь говорит, что опаньки, умоемся. Каждая сволочь предъявляет свои права на музыку. Пукнешь в эфире, они сразу скажут: он пукнул в той же тональности, что и в нашей записи. Пусть платит нам за это. Изверг. Не приходится платить. А что делать? Что делать? Ничего. Отключить звук и все. Вообще запущено-то. А мы там были вроде бы уже. Там ничего интересного. Так, здесь бельишко украсть. Не дают. Не дают украсть даже бельишко, тряпочки. А мы бы из них форму замечательную сшили. Замок очень легко. Да знаем мы, как это легко. По Пливиане мы как-то вскрывали, а здесь вообще невозможно. Ну ладно. Зря потратились только на этих, как его, эти. Да и главное, краденое нужно где-то особому торговцу продавать, а у него ограниченное количество денежек, как у всех торговцев. Обокрасть, обобрать. Морковь 39, отравимся. Повязка 10. Ну вот видите, как полезно обирать трупы. Не пытайтесь повторить это дома. Не пытайтесь. Нет, не пытайтесь. Нет, это нехорошо. Нет, нехорошо. Нехорошо. Да. Ну что, я думал, это дверь, а это забор. А это вообще клеточка. Попугая. А это... Ну, главное, здесь цветочков нет. Это безобразие. Это неинтересно без цветочков. Мы так силу не прокачаем вообще. А это что? А это девушка. Вернее, то, что было когда-то тетенькой. 36. Хлеб! Ух ты, свежий хлеб! И факел. Факел. Факел не свежий. Ах, не свежий. Так, потихонечку продвигаемся. Зачем мы это, как его... Зачем мы так ползаем-то? Мы и так еле движемся. Потому что... Ух ты. Там мародёры. Нужно было сначала вынуть меч, потому что он
два часа его достает. А потом уже открывать дверь. Что это такое? А, это все валяется здесь. Все разгромлено. Закрыть. Так. С разрушаемостью здесь все плохо. Ой, устает как быстро. Так. Кого там разжечь не дают? Никого не дают разжечь. Огонь. Огонь не дают разжечь. Так. А здесь что, нет этого, как его, сундучка? Нет, сундучка нет. Ну ладно, тогда мы пойдем. Метелку не взять, прибрались бы хотя бы. Так. Правила игры Fortnite. А может, не Fortnite. Открыл дверь, вошел, закрой за собой. Игроки увидят, что дверь открыта, и будут знать, что вы там, и сразу откроют огонь на поражение, не делая предупредительных выстрелов в воздух. Но загонщик или скота. Симпатичный сессия. Где-то здесь Тереза, наверное, наши. Где-то девушка такая, Тереза. А может, и нет здесь. Украсть. Ну что же они такие все жулики, господи, разработчики. Все же обязательно надо воровать. Зачем? Вместо того, чтобы мирный дом. А калиточка здесь предусмотрена или как-то. Поде как смог. Как смог. А вот и калиточка. Ой, мы даже уже устали ходить здесь ножками. Нужно было все-таки лошадку украсть. О, из трубы идет дымок. О чем это говорит? О том, что мародеры в городе. Мы так вернулись в Скайриме. Помните? Помните, в Скайриме вернулись на место нашей казни. А потом оказалось, понимаешь, что там мародеры, банда целая. Да еще и с этими, с как его, со всякими чудесами. Кидались молниями в нас, они просто погулять вышли.
проникнуть нежданно и негаданно. Оп. Нет, не пройти. А почему не пройти? Неизвестно. А почему вот так медленно идем? Потому что мы не подняться. Кусты пули непробиваемые, железобетонные. О, крапивка, наша любимая. Так, собрали. О. Не могу перелезть. Такая уж она высокая, крапивка. Растет крапивка. Беладонна, дорогая трава. Цветочек. У меня какие-то магические. Наверное, мы не в ту сторону идем. Чё там? Мы, конечно, силу прокачиваем, меру своих слабых сил. Но нет, здесь не пройти, мы уже пробовали. Эх, придется через мост идти. Здесь пройти-то можно, господи. Не выбраться теперь. Все поросло кустами, и кусты не пропускают никого. В общем, жуть. Да, главное, мы теперь убежать не можем никуда. Танки. Броня крепка, и танки наши быстрые. Ой, сколько их тут. Этих, как вон. Крапивок, крапивки. Ой, у него за спиной-то сколько. Господи. Ужас. В игрушке одной сила прокачивалась тем, что перегруз, как у нас сейчас. Но там падали в обморок. Главный герой падал в обморок. А, нет, там целый отряд был. Можно было переключаться между героями. В общем, тот, за кого играешь, падал в обморок от перегруза. Но зато прокачивал силу.
быстрее. Не от того, что падал в обморок, а из-за того, что много на себе нес. Непосильная ноша. Когда у нас жадность как-то вот закончится. Нет, она у нас не закончится. Знаете, что мы сделаем? Эту какого? Щи из крапивы. Зеленый. Вкусная вещь. А может, не из крапивы? Не из крапивы вроде бы. Так, отсюда мы вышли и пошли не как все нормальные. Через мост, а зачем-то в пруд залезли. И не торопясь так идем, уверенные в себе. Сейчас нас как отметелят там. Ужас. Будут бить. Больно, но сильно. Так. Крапива. Как без крапивы? Без крапивы никак нельзя. Она лечебная. Это что? Эть. Ничего, не пускают нас туда. А жаль. А пьянчушка, небось, выжил, которого мы душили. Он отдал нашему папе денежку за инструмент. Инструмент взял, а денежку не дал. Вот такая вот собака. Деньги пропил, инструменты взял. Так, инструменты взял. Какие инструменты? Гвозди. Гвозди и... Ой-ой-ой. Мародеры. Слуг нет. Тяжело в этой. Как это? Ой, сколько их тут. Ай. А нет, цель. Я что-то путаю. Как раз из лука. Ну все, а я говорил, что нас отметелят. Где эта штука? О. Это он только сейчас. Это он только сейчас достал. Нас попали. Убили.
говорил, вот не делят. И точно. Но я все равно не могу с ним соревноваться, потому что... Еще один. Ну, в общем, нас отметили. Так. А мы не знаем даже, как блокировать удар. Был без... А, нет, не безоружный. Чё здесь непонятно. Вы можете найти повязки в сумке. А, да, нам это очень... Кстати, написали. Повязки в сумке. Глупость какая. Всем жизнь. Собирали это все. Столько трав. Ладно, на этой оптимистической ноте мы заканчиваем свое повествование. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.